Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы с вами отправляемся в магазин Amazon Fresh. Новый хай-тек магазин, в котором тебе не нужно платить. С тебя деньги будут списываться, как только ты кладешь в корзину продукты. Сейчас посмотрим, как это все работает. Здесь парковка. Оденем маску, а то тут будут ругаться сейчас. Должна взять тележку. Давайте маленькую возьму, я сейчас не хочу много покупать. Так, взяла тележку и поехала. Видите, дезинфицируют тележки после того, как кто-то попользовался ей. Так, заходим. Выглядит все как обычный супермаркет. Те же самые продукты, все как всегда. Но мне интересен момент того, как они будут считать... То, как они будут считать цены. Видите, паста, мясо, морепродукты. Рыба, в общем, все-все-все. Здесь у нас копченый лосось 9,19 за одну упаковку. А, смотрите, руккола 3,49 такая упаковка. Здесь у нас 142 грамма, но это такая достаточно большая упаковка, она стоит 3,49. В принципе, нормальные цены, как и везде. Я почему-то думала, что здесь будет дороже, потому что, ну, типа такой хайп, но нет. Здесь точно такие же цены. Мне очень нравится, как американцы делают все для удобства людей. Смотрите, здесь цветная капуста уже помытая, порезанная, стоит 3,49 за 283 грамма. Это для таких ленивых, как я, кто не любит лишний раз заморачиваться, да. Вот еще брокколи, то же самое, да, 3,49 за 283 грамма, потому что это прям супер удобно, ты можешь сразу бросить в суп. Да, и сразу готовить кушать. Я сначала затупила, взяла не ту тележку. Надо брать вот эту тележку. В общем, сейчас начнется. Так, что нужно сделать? Нужно залогиниться, наверное. Приступаем к самому интересному. Нужно было залогиниться, сканировать свой телефон. Я сосканировала. Сейчас нажимаем на Next. И все. И вот я беру свою тележку, которую я взяла в самом начале. Да, вы смотрите, лосось. И что теперь? О боже, он понял, что я кладу лосось. Прикиньте, как круто. Из моего аккаунта из Амазона сейчас будет все списываться, ребята. Но интересно, что ты можешь взять по старинке и можешь как бы по новым технологиям. Потому что, может быть, не все люди понимают, как это все делать. Это больше для таких задротов, как я, кто любит технологии. Поэтому... Вообще прикольно, слушайте, как прикольно. Сейчас будем... Ой, тетенька. Окей, okay. Так, тетенька, сейчас дальше идем. Я даже не знаю, что мне надо, если честно, зашла сюда просто поснимать. В общем, обычный-обычный супермаркет. Все один в один. Шампуни, порошки, еда, то есть алкоголь. Все-все, как всегда. Только с технологиями, да, с новыми технологиями. А, может, какой-нибудь супчик или салатик возьму? Давайте еще что-нибудь положим. Единственный минус этой тележки... Ну, во-первых, ты ничего не сопрешь. Это большой минус. Еще она тяжелая, то есть ей достаточно тяжело маневрировать. То есть тебе нужно прям приложить силу, чтобы проехать, чтобы ее повернуть. Так что... Так, что еще возьмем, ребята? Давайте попробуем. Окей, например, я беру йогурт. Просто кладу. О боже. И что он говорит? Вот видите, считал йогурт. $1.29. Как удобно. А если я передумала его брать? Все. Он высчитал. Видите, зачеркнул. А потом я такая, ну ладно, хрен с ним, возьму все равно. Все. И он обратно вернулся. Прикольно. А давайте я возьму, кстати, вот этот крем-чиз. Безмолочный. Видите, и сразу у тебя уже пакетики, чтобы ты сразу как бы кладешь свои покупки в пакет. Да? Прикольно. Давайте йогурт все-таки не буду брать. Видите, сразу вот, зачеркнулся. Как прикольно, как прикольно. Мне нравится, слушайте. Слушайте, вот это развлечение. Кстати, смотрите, вот как в России Активия, да? Здесь упаковка 4 штучки стоит 2,39, да, вот таких йогуртов. Я такое не ем, но я просто показываю. Я помню, когда жила в России, я такое ела. Здесь все как всегда. Я думаю, что же еще мне купить?
так как мы находимся достаточно далеко от дома, я даже не знаю, что мне покупать. Вот, смотрите, варенье. Давайте возьму варенье. Оно стоит здесь 3,59. Клубничное, вкусное. А нет, смотрите, давайте органик возьму. Вот, смотрите, вот это органик. А это было не органик, а мне нравится оно. Блин. Ну давайте. А, давайте тогда малину. Я вот люблю малину. Малиновое варенье самое вкусное, мне кажется. Давайте, опа. Ой. Он не... Подожди. А, не считалось, видишь? О. Так, давайте еще раз. И что? Ну, что пишет? Окей, сейчас считался. Видите, он понял, что я что-то положила, и что-то не считалось, и он сразу начал возмущаться. Тележка вот прям тяжелая, прям ее тяжело катить, конечно. Обычная тележка намного легче. Видите, кстати, классно, что у американцев продаются всякие вот эти штуки для выпечки. Потому что когда у меня была своя пекарня, это был такой гемор вот это все доставать, вот такие всякие формочки. Мне приходилось там ехать, господи, на склад это все покупать, это было ужасно. А здесь это продается в любом супермаркете. Тут никто не возражает, что я снимаю. Ой, excuse me. Никто мне как бы слова не сказал, что типа, чего ты тут снимаешь? Так, сколько у меня получается? Вот смотрите, да, я хочу посмотреть. 19,69, да? Купила три продукта, уже получается 19,69. Такие цены в Америке. Слушайте, а если я возьму авокадо? Давайте посмотрим. Вот, нет, у меня есть дома авокадо. Ну, давайте поиграемся. Вот, например, я беру авокадо, да? Здесь нет никаких кодов. Ну, давайте вот этот, где с кодом. И что, он поймет? Нет, он не понял. Окей. Сразу оранжевый цвет загорелся. Ну-ка, и что? Если сейчас? Нет? Ой! Нет, он, короче... Видимо, с овощами, с фруктами намного сложнее, потому что это же надо ему понять, что я кладу. И что? Ну вот. Короче, не хочет он авокадо мне считать. И чё? И тут сразу опция. Либо сам вводи код, либо проси продавца, либо сканируй. Ну как, я сканирую вроде, ничего не происходит. Короче, ладно. В общем, с овощами, с фруктами, я так поняла, проблема. А если вот что-то такое уже запечатанное, то тогда без проблем. Тут, кстати, очень много продавцов, то есть чуть что можно попросить помощи, они вообще без проблем. Все очень дружелюбные, все очень такие позитивные. Мне кажется, если честно, что здесь продавцов больше, чем покупателей, потому что вот эти люди, которые в футболках с надписью «Fresh», их здесь очень много. Такое впечатление, что их больше, чем покупателей. А вот, смотрите, кстати, новогодние 13,95, вот такая бутылочка с конфетами, мне кажется, очень прикольно. ММДМС, тросточка новогодняя, вот эта гадость. Ну, короче, это все гадость, понятное дело, но как бы в Новый год все это так классно. Смотрите, Твикс с Сантой. Ха-ха, прикольно, да? Смотрите, как прикольно. Я так люблю всю эту рождественскую тему, вот эти рисы с елочкой. И арахисовые шоколадки вкусные, но... Конечно, это все очень вредно. Видите, тут даже кухонная утварь продается, заморозка. Все, что душе угодно. Большинство людей все-таки я вижу с обычными тележками, потому что я даже вначале не увидела вот эту навороченную тележку. Я вначале взяла обычную, да, как все. Потому что она была прямо на входе. А эта была немножко сбоку, и поэтому я не сразу даже распознала, где их взять. Я увидела у какой-то тетки, думаю, о, мне тоже такую надо, и я нашла. Так, ну все, пойдемте на выход, наверное. В Америке уже вода в дефиците, уже начинается, да. Опять новая волна короны. В принципе, в магазине, ну, есть, конечно, пустые полки, но вот вода и самая необходимая туалетная бумага начинают раскупать. Видите, тоже с такой же тележкой, как у меня. Типа для бейбиков, такие памперсы. Так, ну сейчас будет ответственный момент. Мы будем брать из тележки
Так, давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Я выхожу из супермаркета. Мне сказали, что эту тележку нельзя. Вы видите, загорелась? Что они сказали, что тележку нельзя брать на улицу, чтобы тележка оставалась здесь. Видите, я ничего не платила, оно уже с меня считалось с моей карточки автоматически. Thank you. Hello. Вот такой вот высокотехнологичный шопинг в Калифорнии. Я думаю, что здесь таких, как я, до хрена, которые приходят и снимают видосы. Я думаю, что они привыкли к этому. Ну и плюс, я думаю, что помимо всего, это еще им бесплатная реклама. Так что они только за. Все, идем в машину. Загружаю свои покупки в машину. Видите, такой фирменный пакет Amazon Fresh. Напишите, как вам такой шопинг. Напишите в комментариях, есть ли такие магазины в России или в том городе, где вы живете. Хотели ли бы вы попробовать такой шопинг-экспириенс? Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, пишите мне в Instagram. И я увижусь с вами в следующем видео. Пока-пока!